как из ведра. Эй, ты! Стой! Кто идет? Да. Предъяви документ. И зачем же нужно столько пропусков? Можешь пожаловаться королю. Король возвратился? Нет, но все новые эдикты скреплены королевской печатью. Можешь идти, ведьмак. Прощай. Клянусь честью! От этого дождя у меня голова болит. Льет в полную силу. Прекрасно! В этом бардаке еще только ведьмак. Я правильно все расслышала? Всегда ходишь в лапу с мечом. Ведьма. Вот это ливень. Наконец-то! Кто-то, кто способен оценить мой товар. Я не торгую в розницу. Тебя сюда никто не звал, беловолосый. Клянусь честью. Я оставила белье сушиться. Когда дождь. Грозно выглядишь. Да еще и оружие. Ничегошеньки не вижу. С таким вооружением я бы держалась подальше от стражников. Приветствую, милздарь. Если ты ищешь подарок своей даме сердца, то ты пришел как раз по адресу. Чем ты торгуешь? Милыми глазу безделушками, сувенирами, предметами роскоши. Среди моих клиентов представители высшего класса. Прекрасные дамы и благородные господа. Что ж, давай посмотрим. Чем я могу помочь? Продолжение следует...
ночь будет. Тебя сюда никто не звал. Мое почтение. Экзотические товары с благоухающей кореньями Зерикании. Так и льет. Конечно. Вы больны? Сильный дождь. Все промокло. Никто не скажет, что я икшаюсь с ведьмаками. Тебя сюда прислали. Что это?
А что это? Эх вы! Говорят, боги послали глашатая с кулачей. Это общество сделало меня таким. Я в такие игры не играю.
собиралась сделать. О, спина моя! В чем дело? Что тебе нужно? Геральт? Я разместил сенсоры, как ты сказала. Я знаю. Как только ты это сделал, я просканировала всю Вызиму и нашла источник аномалии. И где? Ребенок. Мальчик по имени Альвин в лечебнице Лебеды. Он... Как ребенок может быть источником аномалии? Ты все забыл. Этот ребенок – исток. У него невероятный потенциал. В его жилах течет старшая кровь. Старшая кровь? Дарлары. Я потом объясню. Сейчас мы должны добраться до Альвина и обуздать его деструктивные наклонности. Поспеши в лечебницу и приведи его сюда. Посмотрим, что я могу сделать. А они позволят мне увести его из лечебницы? У тебя могут возникнуть проблемы. Твоя маленькая подружка Шани отказывается отдавать его мне. Говорит, что я не разбираюсь в детях и не смогу о нем заботиться. Она не понимает, что случится с городом, если этот ребенок выйдет из-под контроля. У меня нет сил с ней разговаривать. Она твой друг? Объясни ей ситуацию. Я буду тебе очень благодарна. И еще одно. Дитя старшей крови притягивает к себе потустороннее, духов, призраков. Возьми этот свиток. Он тебе пригодится. Пока. Место потеряло свое очарование с тех пор, как... Кошмарная погода. С таким вооружением я бы держалась подальше. Гнусная погода. Ведьмак, прячьте женщин! Депрессивная погода.
что ты делал в доме этой ведьмы. Она спасла мне жизнь. Если бы не Трис, я бы, скорее всего, был уже мертв. Кроме того, мы друзья. Хм. Значит, я у нее в долгу. Но знай, ведьмак, если ты лжешь, ты узнаешь, что я могу быть не только добренькой. С какой стати мне лгать? Ладно. Так что привело тебя сюда? Знай, эта ведьма пытается похитить одного из моих пациентов. Мальчика по имени Альвин. Даже если опустить тот факт, что я несу за него ответственность, то что эта ведьма знает о воспитании детей? Всем известно, что своих детей у нее быть не может. К тому же она постоянно болтает что-то об истоках и тому подобных вещах. Я не допущу, чтобы она наложила свои грязные лапы на этого ребенка. Ты с ней знаком? Объясни ей, что Альвин останется со мной. Я... Хорошо, я попробую. Но было бы гораздо проще, если бы вы с ней просто поговорили и пришли к согласию. Проще или нет, ты ее лучше знаешь. Пожалуйста, приведи ко мне Альвина. Хорошо. Теперь поцелуй меня и иди. Говорят, нагрудник Якова из Ой, как так больно. Блестит, что трудно смотреть. А рыцари его просто заглядели. Жалко, что я все пропустила. О, Геральт, повсюду тебя ищу. Никогда бы не подумал, что сестра Наташа такая страстная натура. Никогда не видел, как она склоняется над пациентами. А эти глаза... Лютик. Ладно. Так вот, иду я к Наташе. Хочу, значит, поразить ее своим остроумием. И тут вижу, два высоких странных типа тащат этого парнишку. А тот орет вовсю, плачет. Они его даже по имени назвали. То ли Алькин, то ли Альпин, не помню. Вот дерьмо. Как раз он мне и нужен. Тогда можешь мной гордиться. Несмотря на угрожающую мне опасность, я решил помочь парнишке и проследил за этими двумя ублюдками. Они затащили его в один дом. Ты прав, я тобой горжусь. Ну, сказал же тебе. Ну, так вот, я тебя туда отведу, а потом сложу об этом балладу. Дом тот в районе нелюдей, так что иди за мной и давай поспешим. Я в такие игры не играю. Быстрее, Геральт, нельзя терять времени. Вот сюда они его и затащили. Я видел, как они вошли во двор. Отлично. Как это неудивительно, ты действительно мне помог. Теперь жди здесь и не входи до тех пор, пока в доме не станет тихо. Эй, ты всегда мне говоришь ждать. На этот раз я пойду с тобой. Я собираюсь создать новый литературный жанр – активную балладу. Ни за что. Еще не хватало задеть тебя во время боя. Мне всегда приходится ждать снаружи. Ну что ж, искусство поэзии требует жертв. Бросать!
Молодцы! Геральт, я рад, что ты здесь. Они плохие. Я знаю, знаю. Теперь все будет хорошо. Они умерли? Да, Альвин. Они не оставили мне выбора. Иногда приходится драться. Я понимаю, Геральт. Я это запомнил. Уведи меня отсюда. Пожалуйста. Ух ты, сколько крови! Вот ты им задал, Геральт! Да, это тот мальчишка. И что бы ты без меня делал? Тише. Я слышу шаги снаружи. Они идут. Быстрее хватай парня и выходи через черный ход. Ты услышал их отсюда? Ты не перестаешь меня удивлять. Хорошо, я заберу его. Но куда его везти? Отведи его к Трис, она волшебница, она сможет его защитить. О, та рыженькая сильно расстроится. Но на твоем месте я тоже не стал бы злить колдунью. Уходите, они идут. Ладно, мы уходим. Отведу парнишку к Трис. Сдохни, ублюдок! Хочется скорее в бой. Пустая трата. Все в порядке, Геральт? Шани, по поводу Альвина. Я знаю. Лютик намекнул, что что-то не так. Почему мальчик все еще у Трис? Я дам тебе знать, когда поговорю с ней. Ладно, я подожду. Делай, что должен. Слышала о новых убийствах в квартале Нелюдей.
Геральт? По поводу Альвина. Альвин в безопасности? Да. Лютик привел его ко мне и рассказал, что ты сделал. Я тобой горжусь. Я знала, что могу рассчитывать на тебя. Шане все ясно? Нет? Пойди и скажи этой рыжей стерве, что мальчик останется у меня. Покончи с этим раз и навсегда. Попробую, хотя предпочел бы встретиться с отрядом Саламандры. Геральт. Пока. Депрессивная погода. Ноги болят. Грозно выглядишь. Дождь собирался. Эх, вы! По мне, так все не люди одинаковые. Ведешь дела? Приветствую. Привет тебе, краснолюд. Зубы не болят? А, я не представился. Шварц Захид, дантист по профессии. У Геральта из Ривии, ведьмака по профессии. Иммунитет к кариесу. А, верно, конечно. Ведьмаки убивают чудовищ, верно? Иногда мы убиваем и дантистов, но обычно да. Потому что я коллекционер. Зубы собираю. Ищешь зубы для своей коллекции? О да, конечно. Чем интереснее и реже экземпляр, тем лучше. Я тебе заплачу золотом. Настоящим золотом. Я поищу для тебя зубы. Спасибо. Помни... Мне не обязательно нужны зубы чудищ. Но я хочу, чтобы это были уникальные зубы. С историей, так сказать. Все в порядке, Геральт? Я решил оставить мальчика Стрис. Только она сможет защитить его. Ах ты, коварный змей! Да как ты мог? Она тебя околдовала, и подумать только! Я-то глупая хотела тебе отдаться! Вон с глаз моих! Я даже имя твое забуду! Что ты тут делаешь? Я бы хотел поговорить. Я тебя не хочу здесь видеть после того, что ты сделал. Возвращайся к своей дорогой чародейке. Собирался. Thank you.
на болотах. И это только слух. Черти сатану не заберут. Я думаю... Что привело тебя сюда? Геральт. Я поговорил с Шаней. Она меня поняла. Но ей это не очень понравилось. Я рада, что все закончилось. Поверь мне, Альвин нуждается в опеке того, кто разбирается в магии. Геральт, я хотела поговорить о будущем. О нас? Трис. Дело не в ревности. Я просто хочу знать, насколько все между нами серьезно. А это не может подождать? У меня контракт. И клиент очень меня торопит. Пожалуйста, подумай над этим, Геральт. Нам и говорить не обязательно. Достаточно символического подарка. К примеру, кольца. Разве ты не можешь просто прочесть мои мысли? Могу, но не хочу. Если подаришь мне кольцо, я приму его как признание и обязательство. Если нет, я постараюсь понять. До встречи, ведьмак! Геральт, как Альвин? Вечно ты суешь всюду свой нос, Лютик. Я просто спросил, тебя что-то беспокоит? Она просто... не знаю, что творится. Пошли, нельзя говорить о женщинах, не промочив горло. Но... Никаких «но». Мы с Золтаном договорились выпить сегодня. Краснолюд, наемник и странствующий трубадур, перещупавший всех шлюх от Яруги до Бруины. Лучше советчиков просто не найти. Идемте. Привет, Золтан. Приветствую, Лютик, Геральт. Наш убийца монстров какой-то кислый. Что-то случилось? Ничего, чтобы тебе надо было знать. У Геральта когнитивный диссонанс, неприятное напряжение, которое сопутствует появлению двух конфликтующих мыслей или суждений в одном человеке. Ну ты и плетешь, Лютик. Проще говоря, он не может решить. Я думаю, этот диссонанс вызван... Мой диссонанс вас не касается. Неверно. Мы твои единственные друзья, Геральт. А друзья помогают друг другу. Вот увидишь. Мы выпьем, поболтаем, и ты поймешь, что делать с Трис. Почему-то мне так не кажется, но пусть будет по-вашему. Водка холодная аж обжигает. Господа, будем! К черту диссонансы! До дна! Ничто не сравнится с хорошей выпивкой. Неплохо. Кстати говоря, Золтан, а почему мы пьем из кружек? Я видел тут стаканы. Серьезные проблемы требуют серьезных мер. Полумеры здесь ничего не дадут. Согласен, но Лютику лей по половинке. Он и так много болтает. Хватит ныть, как избалованная девица. Давай все выкладывай, говори, в чем проблема. Трис хорошая женщина. Но... Я ведьмак. Я обречен убивать монстров. Не надо мне про судьбу, Геральт. Я давно понял, что все эти пафосные речи Этлины и прочих — чушь собачья, как и ваши диссонансы. Может быть, ты и прав. Но подумай сам, какой из меня фермер или там сапожник? Я тебя понял. Черт побери, а я не понял. Каким образом одно связано с другим? Никто не сказал, что тебе надо перестать убивать монстров. Я ошибаюсь? Не сказал. Давай я объясню, Лютик. Если женщина чего-то не говорит, это не значит, что она этого не подразумевает. Более того, бывают ситуации, когда они говорят одно, а хотят совсем другого. Аминь. Выпьем за это. Крепкая слеза на глаза. Я тебе объясню, в чем дело с дамочками. Можно размышлять и теоретизировать,
пока рак на горе не свистнет, но ты все равно никогда не поймешь, что творится у них в голове. Понять их просто невозможно. Весьма оригинально и полезно. Отстань, ты меня не собьешь. Проблема в том, что ты сам не знаешь, чего хочешь. Ты не знаешь, о чем говоришь. Может, у меня и не было семьи, но я поэт. Я разбираюсь в людях. Ответь на один вопрос. Ты хочешь завести семью или нет? Лютик, все не так просто. Не ври мне. Ты знаешь, о чем я. Если бы не весь этот бардак, белки, орден, саламандры... Хотел бы. А чтоб ты знал, Лютик, хотел бы... Ну да. Семья, ячейка общества... Черт побери, меня пробрала охота. Я не об этом говорю. Мне просто хочется остепениться. Знакомые какие-то речи. Черт, давайте выпьем, а то икота не проходит. Я знаю! Пойдемте в бордель! Типа мальчишник... Лютик, если ты вдруг не заметил, мы тут о постоянных отношениях говорим. Кроме того, меня туда не пустят. Я грязный нелюдь. В доме ночи главное, сколько у тебя денег. Кроме того, мадам должна мне услугу. Геральт, не будь таким занудным. А краснолюдки, у них там есть? Ну, конечно, это ведь лучший бордель в Тимерии, так что, Геральт, ты идешь? Говорю тебе, ничто так не проясняет мысли, как поход в бордель. Ладно, пошли. Ну, пасашок. Геральт, от тебя несет. Ты разбудил всех соседей. Какой из тебя пример для подражания? Геральт, от тебя несет. Ты разбудил... Геральт! Немного мимо, а? Это очень красивое кольцо. Но... Мне бы хотелось, чтобы ты уделял больше времени Альвину. Мальчику необходимо строгое воспитание.
Трис заставляет меня смотреть на глупые картинки. Наверное, у нее есть свои причины. Но это глупые картинки. Вы с Трис мне не нравитесь. Я рада, что у тебя получается заботиться об Альвине. Помнишь, мы говорили о моей личности? Конечно. Есть успехи? Все еще пытаюсь во всем этом разобраться. Геральт. Значит, ты любишь меня, а о ней забыл? Трис. Ты мне дорог, понимаешь? Ты единственный, кому я верю. Ты многое перенес. Пришло время получить свою награду. Малыш спит, так что сейчас я покажу тебе, что такое настоящая магия. Приветствую, ведьмак! Привет, Калькштейн, как дела? Что ты делаешь в этой башне? Наконец-то! Я столько ждал этого дня! Калькштейн... Величайшее открытие в моей жизни! Ведьмак, я должен подготовиться, так что сам понимаешь. Знай, я у тебя в неоплатном долгу. Ты заслужил свою награду. Может, Рубену лучше?